Доброе утро. Вот уже и вторник, да, ведь? Уже вторник. Середина лета. 18 июля сегодня. Да, 18. Уже даже перевалило за середину. Немножечко марафета навела. А, кстати, вы что думаете? Так, Оля, где джем, да ведь? Вы же так думаете однозначно? Оля, где джем, да? Ну, с нами водички попьем. Джема-то, прикиньте, нету. Потому что я вчера, когда сунулась готовить джем, оказалось, нет сахара. Я днем помнила, что надо заехать купить сахар, а к вечеру, конечно же, я благополучно про него забыла. Какая у нас нерадостная погода. Здесь вообще, короче, никто яму не задел. А, это же не канализация. Это, наверное, хотят дорогу тут сделать, что ли. Кусочек. Кусочек, в общем. Дождь, да, моросит. Надо надеваться, значит, сегодня потеплее. Так что давайте-ка днем сегодня напомните. Оля, купи сахар. А, Оля, купи сахар. Еще Оле нужен лук. Я же купила 2 литровые баночки. Хотела огурчика сделать с луком. Лука тоже нет. Вообще бессалаберный. Ничего не помню. Ну, то есть помню, но, знаете, после работы так быстро хочется домой, что уже ни в какие магазины не охота заезжать. Сегодня еще перчики с вами приготовим.